2014 году компания «СВ Транс» осуществляла перевозку парогенераторов из города Подольск Московской области с предприятия «ЗИО Подольск» в город Сосновый Бор Ленинградской области на строительную площадку Ленинградской АЭС-2. После лабораторного обследования дороги и получения всех согласований по автомобильной перевозке парогенераторы весом более 300 тонн каждый были доставлены на железнодорожном транспортере от завода «ЗИО Подольск» до места перегрузки в Серпухове, где их переместили при помощи портальной системы грузоподъемностью 600 тонн на модульные прицепы, а затем перевезли до временного причального сооружения, построенного на реке Ака. Для дальнейшей транспортировки использовалась баржа типа «Ро-Ро» грузоподъемностью 1200 тонн. Для погрузки парогенераторов на баржу были проведены серьезные подготовительные работы. Выстроена технологическая дорога протяженностью 2 километра. Баржа с двумя парогенераторами должна была идти напрямую от причала в Серпухове до станции «Сосновый Бор». Но погода внесла свои коррективы, и уровень воды в Оке оказался настолько низким, что пришлось использовать специализированный земснаряд для прочистки фарватера, а также максимально облегчить баржу. Таким образом, оперативная, грамотная и слаженная работа наших специалистов и экипажа баржи позволила грузу продолжить свой путь по рекам Ака и Москва, каналам, озерам, водохранилищам до станции «Сосновый Бор», а затем на строительную площадку Ленинградской АЭС-2.